Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш конференцию, это матч «Локомотив» и «Арсенал», но он тренер команды Николай Шевин. И давайте вашего небольшого комментария, который вы сделали. Уходим на перерыв с хорошим настроением, завоевали 3 очка. Сейчас нужно загладить раны, которых очень много, подлечить игроку, дать отдельным игрокам отдых немножко больше, а с новыми силами вперед. То, что касается матчей, очень сложные, у нас всегда с Арсеналом сложные матчи, ни одного простого не было. Не исключение с того или иного. Тех кондиций, которые были до того, еще далеко. Но на минут 30 все играл очень прилично. Игорь Павлович, скажите, не рассматривали ли возможность выход на поле Джорджевича, для которого Арсенал не простая команда, скажем так? У нас все время не получалось. Юрий Павлович, на Алексея, вы говорите, он еще не совсем в той кондиции, которая нужна, и он сегодня очень уверенно подошел к точке и уверенно реализовал. Так как-то обговаривалось до матча, что если будет финаль, то именно Алексей будет? Ну, во-первых, мы даже ничего не обговаривали перед матчем, потому что не знали, выйдет он или нет. Вообще, мы его даже не планировали выпускать. Вот в этой экстремальной ситуации мы его вместо Смолова выпустили. Вообще-то он у нас штатный пенальтист, и он молодец, он вышел, забрал мяч, пробил и забил. Еще будет вопрос? Спасибо. Спасибо, до свидания. Победа. Победа. Да, движемся вперед.